Жена с разбитой головой, а муж с ножницами в глазу. Следователи выясняют подробности убийства в Калининском районе. Тела супругов обнаружили соседи по коммунальной квартире. По их словам, рано утром в воскресенье муж с женой поругались. Их крики слышали все жильцы. Но ближе к вечеру они затихли, помирились, подумали люди, но все оказалось иначе. Из своих комнат они никуда не выходили. То есть я заподозрил, что что-то произошло там между ними. На этом окровавленном диване были обнаружены трупы супругов. По словам жильцов, у девушки была пробита голова, а у мужчины ножницы в глазу. На голове кровь была у нее, я так и не понял, там лицом она лежала или лицо у нее в подушке, в подушку она была. То есть он-то, как бы сказать-то, в позе такой, типа молящегося, рядом с ней на кровати он был. Шокированные соседи сразу вызвали полицию. Известно, что девушка познакомилась со своим супругом по переписке, пока тот отбывал наказание за убийство. Поженились они в колонии. 2 месяца назад мужчина освободился и стал жить вместе с любимой. Но счастье, видимо, продлилось недолго, и умерли молодожены в один день. Теперь в обстоятельствах их гибели разбираются следователи. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье убийства.